Он сейчас мне зеленый рут надо использовать. Что это? Это прототип. Это бог? А, я его знаю. Давай дружить. Ну хотя он и так с ним дружит. Здравствуй, да здравствуй, бог мой. Все, класс. Уделали нашего кота дремота. Походу прототипу не понравился то, что тот дремот проиграл. Всем привет, ребята, с вами Ломерон. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Poppy Playtime 32-5 прохождение, ребята. Погнали. Ну, короче, погнали. Мы отдали с вами дверь, о, господи, у меня. Что-то меня здесь ладает. Тассета? Message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body, and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. О, господи. Выйди. Ну, давайте я активирую тот, который сзади нас. Вот эту. Так, давайте на всякий случай возьмем вот эту руку. Бил! 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 Дверь! О, фиолетовая рута. О, сохранение.
Yeah. Да блин, нет, мы вернулись к этому месту. Да что ж такое? Что здесь надо мне делать? Допустим, поднимаюсь. Тут я уже сразу вижу такие вот штуки. Ой, я нашел. Так. Все, короче. Так, ну что, хоть здесь сейчас еще один босс будет. Так, ну да. Ух ты. Неплохо придумано. Так. Давайте отцепим. Дальше, где мы возьмем? Ну, от этого же, допустим. Сейчас. Ой, наоборот. Блин. Неправильно, ребята, мы сами сделали. Неправильно. Так, еще раз. Блин. Давай. Так, все вытаскиваем. Сюда? Я не допрыгнул. Блин. Что за фигня? Еще раз. Нам нужно еще раз попробовать, ребята. Так. Блин. Уже сложно, понимаете? В начале видео, когда я уже снимаю, уже сложно. Так. Давай, 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 давай. Еее. Так, и теперь... Теперь делаем вот так вот. Сейчас мы должны сами, ребят, допрыгнуть. Да, давай, давай, давай. И дальше давайте сделаем вот так вот. Поднимемся. Вот сюда. И что дальше? Ну что ж. Так. Вот так надо. Все, понял. Еще и допрыгнуть надо. Так. Прыгаем, прыгаем. И вот эту дверь, да? Ух ты, нифига себе, что-то отладает. А, сохранение. Что-то отладает. Блин. Не ладает уже. Не надо. Не надо ладать. О, все, ура, не ладает. А, не отладает. Нет, не надо. Пожалуйста, не ладай. Давай сюда пойдем. Кассета красная. Ищем. Нашел. Что-то розовое, ну ладно. Телевизор так... Не, он красный. От все это розовое. Почему телевизор красный? Ну ладно, пофиг. Кто за пацан? Это учитель. How was your write down? It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be perfect for... Oh, what? Well, it appears there's been some complications. What complications? What kind of complications? I don't know. The form says... Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this!
why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Интересно. Интересно. Да. Короче, я не знаю, был ли это учитель, но, наверное, да. Хотя нет, Таджи, она сказала там, что типа надо работать, она знает, что это не учитель, это работник, типа, месяца, наверное. Самый главный директор. Ну, посмотрим. Тац. Сейчас мы опять должны пойти в это ладанное место. Прятает ключ вентиляции. Ключ вентиляции никто не прячет. О. Вот этот персонаж мне больше всего нравится, кстати. Так, что тут? Что такое? Ну, подожди. О, похоже, мы вернулись в эти места. Пойдем. Ну и опять же, ладает очень сильно. Я пока что просто хожу вперед. Господи! Тут маску надо надевать, ура. Опа, я так и знал, что она здесь есть. Дай ее надставить сюда. Что это активирует? Опа, та зеленая рота нужна. Сейчас для начала может тут что-нибудь да, мне их надо все короче активировать. Сейчас активируем. Все. Да ладно, это... Да ладно, это то самое место, которое было в начале игры. Вот это да. Так, я предлагаю, нам нужно отключить. Все. И вот это давайте, наверное, давайте мы по притулу вот сюда поставим. Все. Чё? Нифига себе, да это целый челлендж, ё-моё. С первого раза, я просто подумал, что так можно было сделать. Я с первого раза это смог сделать, ну ладно. Так, ну давайте вот это активируем. О, я уже одну нашел. Ё-моё, тут лад... Ой, тут ладает, ребят. А! Чё?
что это было с ней? А ну давай сюда падай. Ее, короче, нужно так, чтобы она это. Да блин. Опа! Видите, она упала где-то. И где она? Подождите, там где она сейчас была? Где она? Она там находится. Я ее оттуда не достану, она... Блин, ребята, мне придется сейчас вот так вот сделать. Загрузить последнее сохранение. Зеленое сохранение таким-то образом упало там. Не понимаю, почему... А, у нас тут есть еще вот это, е-мое. Я не заметил. Так. А, я не могу, потому что... Так. Всё. Ой, ну погнали. Ой. Вот без этого забрался, вот без этого. Так, ну опять же, давайте вот это откроем на всякий случай. Слушай, у меня появилась идея. Да возьми ты ее уже. Да чё, я же ее беру. Да чё с ней происходит? Давай я ее возьму с собой, ребята. Класс. Такого прикола я вообще не предполагал. Да, блин. Тихо! Куда меня отбросило? Не в ту сторону. Блин. Ну, давай. Да чё, почему нам? Да блин. Чё за дела? Та сделала так, чтобы она упала. Так. Да блин, дайте мне нормально забраться. Что ж тебя? Я не могу нормально забраться. Да... Короче, вот здесь я буду просто стоять. Все, супер. Что происходит? О, вот это я понимаю, вот это... Всё, ура, наконец-то. Так, ну я думаю, давайте мы вначале её ставим. Сейчас, где по ней должно быть? Где эта фигня? Откуда я выходил? А, вот. Всё.
О, еще одна. Но там нужно две штуки, а это только одна нам. Давайте так, мы сейчас его положим на лифт. Вот. Все. И в плюс еще давайте положим вот эту. Ну, чтоб не закроется, я думаю. Хотя у меня там не нужен больше. Все. Потому что я сделаю хитрую вещь. Теперь смотрите, что мы дальше делаем. Отключаем вот этот. И ставим его обратно. Ой. Вот так, вот так. Вот так было в самом начале. Смотрите, видите, они поднимаются на лифты таким образом. Я сейчас могу их взять с этого и, короче, потом... Да. Но, правда, ребята, проблема в том, то, что я больше не могу использовать вот эти штуки. И это печально. Так, ребята, я чувствую, кстати, что мы почти сами прошли игру. Вот прям почти прошли, почти. Давайте так, мы с вами сейчас... Я одну классную идею придумал, почему же я раньше до нее не додумался. Сейчас поймете, в чем прикол. Я сейчас сделаю то, чтобы лифт опустился. Делаю вот так вот, получается. Вот так вот. Пота нет. Все, делаем так, что фиолетовые восстановились. Потом опять делаем вот так вот. Да блин. Сейчас опять придется попытаться. Да что ж такое? Все, супер. И теперь просто знаешь, что мы сделаем? Мы теперь сделаем так. Отключаем вот это. Я отключил. Да, все. Так, сейчас мы должны ее тоже подобрать. Вот сюда ставим. И включаем. Че? Это что сейчас было? Я что-то не понял. Ты почему он подлетел? Да, ну ладно, вот это активируем, получается. А вот этот мы разбиваем. Только... Ой, опять он летает. Он уже разбился. Это очень быстро. Все, смотри, теперь мы можем активировать вот эту штуку. Правда, я не знаю, что она будет делать. Ну ладно. Так. Мы сейчас... Да блин. А, мы уже активировали. Да, так надо. Ладно, сейчас выясним. Всем привет. Ой, точнее, мы, ребят, с вами продолжаем проходить. Что-то я сказал всем привет опять. Так. И тут мы, короче, видите, что мы тут с вами вот что делаем. Нам теперь знать, что нужно сделать? Нам с вами нужно одну вещь сделать. Давайте мы вот это отключим. Ставим вот сюда. Ой, да блин. Во, вот так вот. Так, сейчас. Вот теперь мы сейчас с вами должны точно проверить. А, вот. Все, я понял, где это находится, а то просто забыл. Сейчас отключаем. А, вот это мы с вами должны... Да блин. Вот сюда. Да, все. Так, все зеленые есть и все правильно настроил. Все, открыто. Ура. Сохранение. Так.
Да ё-моё, опять маску нужно надеть. Опять схоронили. Ух ты ж, ё-моё. О, господи, ё-моё. Он только что нас утусил, наверное, и закрыл дверь. О, нет. Походу, сейчас будет финальный босс, ребята, последний. Значит, четвертый босс это последний. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Это с нами Поппи говорит. А где Олли наша? Ты хоть знаешь, что делаешь? Это начальное место из первой главы, где все началось. Все. А сейчас мы играем в третью главу. Знаешь, что здесь произошло? О, пацаны, это какие-то. Но этот пацанок вижу. Видимо, это дети. Вот тут играли. Вау, все, классно. Вот это да. Ты знаешь, кем мы тогда-то были? Кем же? Понимаешь, почему мы должны положить этому конец? О, то самое место, где мы избедали этих маленьких зайцев. Еще Петлописа. Помните? В Петлописах. Ты хоть понимаешь, что сон, а что явь? Ну, сон я знаю, что такое, а вот явь. Но явь тоже что-то знаю. О, ходи, ваги. Привет, ходи, ваги. Нет, ты не знаешь. Прототип сейчас был. Где я найду это зеленое вот это вот? Где оно? Где оно? А, вот. Да блин. Все, просто валим. Да, Саша, что-то я сохранение пока не вижу особо. Ой.
Тодд ремонт опять. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. О, сохранение. Так. Ключи на всякий случай. Так. А, нам еще надо. Окей. Чё? А, я сейчас найду по этой цепи. Ну, я вижу уже сам, где она находится. Топ-топ-топ-топ-топ. А, может, надо другую найти? Так, блин, мне нужна рука, чтобы все это было. Что? У меня маста пропала! У меня маста пропала, ребят. Я только что заметил, у меня маста пропала. Смотрите, когда я беру инвентарь, у меня, видите, у меня маски нету. У меня маски отобрали. Так, мне сейчас придется вот эту руку использовать, чтобы увидеть свет. Мне нужно найти второй такой же. Только где он находится? Вопрос вот. Взять нужно. Да, блин. А может, надо из этого вынуть? Я не знаю, сейчас по Ютубу посмотрю. Короче, находится рядом, знаете, с чем? С этим. С одним. Я понял, где находится. Находится рядом с... Вот с чем надо находиться. Находится рядом с... Поняли? Находится рядом с... Все. Короче, находится рядом с предметом. С домом. С одним. Если бы это найти надо. А вот все нашел. Вот, ребята, все. Да блин. Все. А то я об этом совсем забыл. Да блин. Ого, вот это большое. Так, ключи мне не отправят? На них, конечно, у меня же они есть.
Офигеть, у меня большая, ё-моё. Да и причём не зелёная, а синяя. И нам сейчас нужно идти в ту красную дверь. Сейчас. Так. Мне нужно по-другому вот это быть. Да блин! Так. Всё. О, загрузка, но не сохранение. А мне нужно сохранение. Быстро давайте мне сохранение, а иначе кто-то пёрнет. А, я пёрнул. Ладно. Так, я-то полагаю... О, мы вернулись в самое главное производство России. Ладно, я пошутил. Так, господи. Что? 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 Что это? Что это? А, это тот ремонт, блин, блядь. Короче, сейчас подойду, ребята, я не знаю, что я делаю, но просто... Фу, беда я. А, что это? Окей, допустим, я на лифте. Я что, уже сбежал от него, что ли? Это босс? Почему у него рот такой большой? А, ну да, логично же. В лифте там был такой огромный рот. Да где сохранение? Мне срочно сохранение нужно от этого монстра, чтобы сбежать. Хочу сохраниться. Дайте мне сохранение. Ой, я там что-то вижу. Сохранение. 100 РПС, а тот ремонт приготовься. Приготовься? Может, проинварить приготовиться? 100 РПС, тот ремонт, поэтому... Это там-то защитить его раньше это место было третьим, возможно, и сейчас будет. Так, ладно. Допустим. Ну давайте вот это положим в... сюда, чтобы это работало. Вот это. Давайте сюда положим. Чтобы чистилось. А это куда нам? Подожди. Ладно, погнали. Вы задолбали мне звонить. Но еще не мне звонят, а звонят папе. А, я понял, сейчас. А нет. Так, он пока ходит туда-сюда, я буду пока проверить. Чё? Так, сейчас. Затрываем. До свидания. Ты опять здесь? Ты где?
Да, тут я его вижу. Телепортируйте. Да. Так, все, окей. Что за фигня? Неужели я с первого раза пройду? Так. Кстати, где эта фигня? Сейчас, где она? А, там еще одна зеленая была там. Эти души заслужили покой. Одним... Да блин, ну я, наверное, почти справился, ребята. Ну это я, наверное. Это я, наверное. Так, блин. Ну я почти справился. Я уже, можно сказать, половину прошел этого босса. Так, это я сюда положу. А, чтобы это вычесать, нужно вот это. О, господи! Чё меня пудаете? Меня цепь пудает. Так. А, она отрывается только... Окей, хорошо, я понял. Так, тут есть еще одна. Куда мне её ложить? Я не знаю, я вроде... А, нет, смотрите, вот тут. Я могу эту положить вот сюда. Посмотри. Ладно, погнали. Ага. Да бери это оружие. На. Так, откуда мне взять? Ладно. Давай. Не, все, я не успею, я... Да блин, вот прям неожиданно. Это было неожиданно, ребят. Мы пропустили наше окно. Поднимайся. Ой, ребята! Ну ладно, я понял. В любом случае, мне нужно смотреть направо. Потому что да. Смотрите, вот это я здесь оставляю. Дальше, вот сейчас это я заберу. Смотрю, куда мне это нужно. А, мне сюда нужно это. Давайте положим. Так, это мы ложим вот сюда. А это так мы будем очищать. Ну, я думаю, так же. Так, посмотри. А, ну вот еще.
О, видите, это труто придумано. Только я из-за этих фигней ничего не вижу. Ну ничего страшного. Да блин, отрывай, давай. Так, оттуда я возьму, опаду. Ладно, давай вот сюда. Так. До свидания. Есть. Да ты издеваешься, что ли? Вот и по этой стороне бегать. А как я мог защититься? Ребята, как я мог защититься? У меня все зеленые точились, я не мог зеленые использовать. Может, они все нашел? Подождите, а я могу вообще вот это использовать во время того, как я... Да нет, наверное. Единственное, что могу использовать, это только вот это. Вот это. Ладно. А, тут, наверное, вот где была эта фигня. А я ее, наверное, не взял. Блин. Хотя, может, и взял. И кто знает. Так, ребята, выживаем. Вот сейчас я могу смотреть только в эти стороны. В стороны? Да. Потому что все остальные у меня тишины.
уже использовать? Гениально. Да, ну пока что. Так. Все, дошла уже сложно. Сейчас сверху, наверное, должно открыться. Блин, у меня сейчас сеть закончится, патроны. Интересно, чё он мне никуда не выглядывает? Он сейчас мне зеленую руку надо использовать. Что это? Это прототип? Это бог? А, я его знаю. Давай дружить. Ну хотя он и так с ним дружит. Здравствуй, да здравствуй, бог мой. Все, класс. Уделали нашего тот дремота. Походу прототипу не понравился то, что тот дремот проиграл. О, класс, что я могу сказать. У меня больше нет зеленой руки. Фиолетовая есть. Ой, это тоже. Ребят, у меня больше нет зеленой руки. Все, зеленая рука пропала. У меня остались только томни. Маски нет у меня. Маски, зеленой руки у меня нету. Маски нет. У меня остались только фиолетовая рука. И рута, который стреляет. И все. Рута, с которой можно что-то прыгать, и рута, который стреляет. Ладно. Пошли. Вот эту сторону. Ну. Ну и чё? Чё, разве что-то надо нажать должен или чё?
О, Тассета опять. Это Тассета? Да, это Тассета. Ну а что здесь надо делать? А, вот ноб-то, ё-моё, я её не заметил. Фух. Это, наверное, мы его победили. Вообще, то прототип его победил, но мы его победили наполовину, можно сказать. Ну, мы прошли четвёртого босса, тот дремот. Я надеюсь, что это финальный босс был, потому что я не знаю, что дальше. Что дальше меня ждёт. Ура, сохранение! Давайте ставим вот эту все-таки. Да, блин. Вообще можно ставить? О, я вставила. Что такое? Нет сигнала. Кнопка. Перезапустить. Оффлайн. Playtime call. Online. 82, 87, 96, 7, 8, 9, 100. Вот. Да, давайте уберем зеленый руб, потому что без него мне так-то не особо хочется. Вот, давайте возьмем фиолетовый. Чтобы я был... О, господи. Отлично, ты здесь. Где она? Где она? А, вот это. I want to know what happened and why. This is your answer. We called it the hour of joy. The hour of joy. Так, я вижу. Опа! Хадивади таким-то образом оживел. Он стал живым. А, это эти? Project Playtime тоже оживел. Ходи-ваги. А что, если они встретятся? О, боже мой. Все живем. Не, ну реально, можно так назвать его. Ой. На, Юма. На, держи, твое. Твоя вот эта зеленая фигня, она мне не нужна. Вот, на, держи.
everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. Oh, да, это то мне ставить. Didn't fix anything. Once it was all over, she dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this, for everything. Ой, Кисси Мисси опять вернулся. Но мы ее в втором прохождении встретили. Да, ну давай. Прыгни. Ну, держи эту хотя бы в подарок. Блин! Once we hit the ground, я ее need to be cautious. Упустил. There's something... Да, и что же будет, что случится в четвертой главе, мы этого ни тогда не узнаем. Но, наверное, узнаем в 2026 году. Потому что мне кажется, что в 2026 выйдет Poppy Playtime 4 глава. Ведь Poppy Playtime 3 глава делается целых два хода. Значит, 4 глава, мне кажется, тоже будет два хода делаться и... Выйдет она через два хода, 2025, значит, она выйдет, мне кажется, что четвертая глава выйдет в 2026 году. Будем ждать, я не знаю. Ну да, ребята, мы с вами прошли по Playtime третью главу, пятое прохождение наше было с вами последним, да. Ух ты ж, ё-моё, я чувствую себя, как будто я прошел, не знаю... Оттуда-то вылетали одну игру. Ладно, пофиг нам на эти тредиты. Всё. Эй, тут ремонт, мы тебя победили. Понял, мы тебя победили. У меня, кстати, видео часовое. Понял, тут ремонт, мы тебя победили. Ну ладно, друзья, на этом все, пожалуй. На этом все. Всем удачи, всем пота-пота, ребята.